Ну что, мы на вокзале Владимира. Думали здесь перелазить через забор. А тут ничего не надо. Тут все. Тут все открыто. Вот. Сейчас у нас план ехать в Орехово-Зуево. Ну и дальше там, в сторону дома. Знаете, ты че? Ничего. Короче, зайцы идут. И мы тоже зайцы. Здесь я. Пипец. Так, ну чё, Андрей сейчас покажет, как правильно слазить. Они, смотри, куда-то уходят туда куда-то. Там два входа. А ты уверен? Ну чё, нормально все. Как-нибудь спрыгнешь. Туда, конечно. Ну надо его сюда облокотить. Вот, выезжаем за реку Зуево на трассу там до села Ожерелки. Мы не будем там ожеревать. Там оттуда пойдем еще пешком до 1,5 километра и доберемся. Самое интересное, что проезд 58 рублей, а если картой, то 37. Вообще разница такая сильная. Из деревни Жеренки. Ожерелки. Идем, какая-то куча песка такая громадная. Ну да, расплющенная. Вон нам до трассы туда. И потом 60 километров надо до поворота на Гремящий Ключ. Но погода такая хоть не веселая. Че, идем. Так, начинаем стопить. Андрей немножко отходит. Сразу не будем терять времени. Тут, в общем, начинаю раскладываться. А он, хопа, уже и тут. Подвез меня мужик, прям, я мигом долетел, а Андрей на двух машинах. Так что сейчас нам туда 5 километров, может еще кто-то подбросит, так что пойдем. Блин, еще пошли, почти пришли, осталось метров 500, наверное. Андрей там со строителями заболтал. Все, стал сразу им рассказывать. Вот спросили, откуда ты, а он уже попер. Все, сколько он будет зарабатывать в Финляндии. Пипец. Вот это да. Ну ладно, я пока иду. Все тут обстроили, дорога, какие-то сливы непонятные вообще. Что тут за шоссе строят? Короче, странно. Место теперь бедная деревня вообще. Все строится тут. Раньше, если тут был ларек с булочками, теперь тут целый ресторан. Посиди у креста называется. Зашли мы внутрь. Палатки тут нам вряд ли дадут поставить. Посмотрим. Где-то может получится. Там, сзади. Или поближе. Над Гремящим Ключом, помню, была полянка. Я думаю, там можно поставиться, если что. Что, вот мы заходим. Там он, как Гремящий Ключ. Вот там купили. С холоднющей водой. Сейчас позитив оторваться будет.
Классно, народа почти нет. Это вообще супер. Вот уже комары налетели. В общем, поднялись мы тут на время через. Дальше вот нам сюда еще чуть-чуть подзлезть. И будем на месте. Ну, полянка. Полянка такая вот. Не особо чистенькая. Ну, что-то можно придумать. В общем, слетелись уже на нас. Почувствовали кровь. Палатки поставлены. Пойдем. Палатки наши. Еще даже солнце не зашло. Рано еще по палаткам сидеть. Вот, пожалуйста, можно тут и пить, и купаться, и все, что хочешь. Это просто пипец. Давай, Саша! Перевалило за 8, но люди до сих пор ходят. Мы тут как эти шкиримся. Чуть в конце источник на горе называется. Я думаю, мы наверх поднимемся и, может, вернемся по тропе к нашим палаткам. Наши небольшие приключения под вечер. Оп. Тропы тут нет. А, вот. Идем к палаткам своим. Встречаем эту с комарами закат. Вот. Все, пойдем скоро спать по палаткам. Досиделись мы до часу. С утра можно было. Ну, мы поленились с утра, когда еще не было дождя. Ну, теперь уже есть дождь. Ну, не сильный. Поэтому я собрался. Андрей там собирается. Народу, походу, тут никого нет. Сейчас пойдем в сторону дома. Пойдем, поедем. Так приходится покорять грязные дороги. Где-то километра 3 надо. Вот так вот. Иди. Блин. Давай, давай. Держись. Хорошо, держись. Я схватываю, слышь. Ну, в том и прикол. Да, сейчас делаешь.